Привет, привет, мои дорогие. Ну что, надо найти время и на пожрать. Потому что все бегом, все кругом, как все говорится. Да, все бегом, все кругом, потому что я встала, мне надо собраться на работу, мне надо записать видео, мне надо поболтать. Еще девчонки мне в соцсетях кто-нибудь напишет, тоже ответить надо. И если честно, в Одноклассники вот прям захожу, кто-то там мне пишет, девчонки, не, спасибо всем большое, но не всегда успеваю. И у меня на пожрать вот что. Омлет, можно сказать, это не яичница. Здесь бекон. Как вкусно. Бекон, помидора, два яйца. И эти два яйца я добавила молочка. Видео на моем втором канале будет. Ой, как вкусно. Юль, там горячее еще, там остывает. Я не всю взяла даже. Обалденно. Кстати, бекон я вот с Марси покупала. Вкусный. А он еще в вакуумной упаковке, так что можно с собой на юг смело брать. Ну. В поезд. Что-то я маловато себе положила. Можно все съесть. Ну, тут три тоненьких кусочка бекона, два яйца, маленькая помидорка. И грамм может 50-70 молока. Для моих-то организмов. Я же тут, правда, прям культурно взялась. Давайте удивим и этих. Что хотела сказать. Мне, ну, я уже на втором канале вот готовила яичницу. Ну, видео вчера, ну, вчера было, да, выпустила, вчера, выпущу, вернее. Я снимаю иногда заранее. Мне предложили одна фирма, типа, сотрудничать, но потом оказалось, что я им хочу предложить, как бы, сотрудничество, я должна. Они мне написали первые, но перевернули так, что я с ними хочу сотрудничать. По раскрутке YouTube-канала, по... В общем, чтобы можно раскрутить канал, и я еще... Чтобы раскрутить мой канал, я еще должна там вложиться в них, там, от 10 тысяч, в общем, минимум 10 тысяч, там, в месяц, или там, 100 тысяч в месяц. Но ведь на самом деле... Мы же, я тоже знаю, что многие каналы, там не сценарий предложат, в общем, и все. Некоторые вот покупают такие раскрутки, берут режиссеров, модераторов, там, вкладывают, конечно, когда была реклама, это было, может быть, и выгодно, потому что там месяц могла бы сумма-то. То есть, если на самом деле нормальная фирма, они тебя и раскрутят, и закрутят, многие блогеры, они будут называть, я знаю. Что это делает? А сейчас-то смысл-то я не вижу. И что многие живут по сценарию, который им выписала вот эта вот там фирма, выписывает там режиссер какой-нибудь, там, ну, на хайпе в основном, да? Но, с другой стороны, если вы хотите взять канал, предложить ему раскрутиться, а деньги-то потом, конечно, да? Когда уже, если пойдут, а смысл, я сейчас возьму вас, заплачу там, пусть даже, ну, нет у меня 100 тысяч, 10 тысяч заплачу, а получу с этого там, ну, или эту же сумму, допустим, если будет много просмотров. А если сейчас у меня за один день идет 30 центов? Смысл? Извините, я не вижу смысла. И понятно, что очень много каналов развиваются на хайпе. Кто бухает? Кто ругается, кто разводится, кто изменяет. И мне даже, когда вот развивала свой YouTube-канал, ну, пыталась развить, смотрела же там, вот как развить свой YouTube-канал, что делать, они говорят, даже, вы, ну, назвать, как правильно видео, сейчас я не заморачиваюсь, наплевать, что будет, то будет.
заходите блогерам, у которых подписчиков меньше, но видео названо, допустим, просмотров больше. И в один так многие блогеры сейчас, это, ну, которые считают себя звездами на Ютубе, пользуются этим. Они залазят в видео старые и идут, действуют по тому же сценарию и называют также видео. В принципе, все легко и просто, и она всплывает в системе рекомендаций тех блогеров, естественно, подписчики переходят. Но у меня есть вы, у меня есть Дзен. Есть и на Ютубе тоже мои зрители, так что что будет, то и будет. А я пожру еще попозже, и через час я убегаю, потому что мне надо смонтировать видео. В общем, все, всех обняла. Пока-пока, чмоки-чмоки. Ваша Наташа.